субботу во дворце спорта «Юность» прошел открытый турнир по дзюдо при поддержке отдела по делам семьи, молодежи и спорта Черноморского горсовета, а также родительского комитета. Соревнования проходили в 15 весовых категориях. Решили провести ко дню учителя небольшие соревнования среди малышей в основном, ну и чуть-чуть взрослых, чтобы они посмотрели уровень, к чему стремиться нужно. На соревнованиях участвуют около 50 спортсменов, в основном это спортсмены с Ильичевска, также присутствует клуб с молодежного и один клуб с Одессы. Тут в основном новички, они некоторые пробуют, некоторые уже год-два прозанимались. Навыки надо тренироваться хорошо на тренировке, слушаться тренера и будет первое место. Большинство дзюдоистов, которые выходят состязаться на татами, это юноши. Реже тут можно встретить девушек, которые не менее настойчиво борются за победу. Это интересный вид спорта, он сложный, там надо много думать, рисковать, но мне это очень нравится. Я уже провела 2 боя, столкнулась я с теми сложностями, то что был мой одноклубник. Было немножко сложновато, но все выигрывался. По итогам соревнований победителями в своих весовых категориях стали Артур Нагребельный, Роман Иванов, Максим Кривохижин, Даниил Лапушанский, Егор Байрак, Иван Заворин, Ева Раенко и Александр Негрескул.